Здравствуйте, дорогие наши любимые подписчики! Вот и началась очередная долгожданная серия о наших маленьких пушистиках, о котике Кузе и его старшем брате Коте Чувачке. Кузе очень много работал и уснул на ноутбуке. А как мы все знаем, кошачий сон, он святой. Нарушать его и будить котов – это для человека совсем непристойно. Кузя проснулся и приступил к работе, конечно же, без инструмента. Шубка должна быть всегда в порядке, и ее обязательно надо содержать в чистоте. Кот-чувачок делает вид, как будто он сам за рулем приехал. Пап, ну что ты меня закрыл в машине? Выпускай меня скорей. А тем временем красивой походкой Кузя обходит свои владения. Вот сижу и думаю, еще пройдет пару месяцев, и этой красоты больше не станет. Все засыпет глубокими сугробами. И их, как подумаешь, аж грустно становится. Ну-ка, посмотрим, кто тут живет? Ну что, не видно, но я же здесь живу. Как-никак тепло, уютно, и все видно через окно. И вообще в машине задняя полка – очень удобное место для котиков. Вот хочу похвастаться, какой у меня красивый куст. Цветет беленькими цветочками. Пойду понюхаю. Ой, а как вкусно пахнет он. Даже передать не могу. Красота неописуемая, да и только. Ой, что это было? Чувачок, веди себя прилично. Вот лежу и думаю, что за погода такая? То холодно, аж до каждой косточки пробирает. А как солнышко выглянет, сразу становится жарко. Вот и приходится лежать под елочкой в тени. Вон чувачок наелся курочки. И теперь с полным пузиком ковыркается вверх лапками. Даже зевать не забывает. Конечно же, я у него спрашивал, зачем он так делает. А он в этом деле две цели преследует. Всю съеденную пищу в желудке по полочкам раскладывает. И еще перед папой воображает. Нет, ну я все понимаю. Кустик кустиком. Совсем недавно был лохматый. Но мне интересно, куда подевались все листики? Ветром, что ли, их сдуло? И почему без меня это все прошло? Кто бы что ни говорил, но пройти мимо такого красивого цветущего кустика я совершенно не могу. Приходится газон топтать. Иду и смотрю, в этом месте что-то трава очень высокая выросла. С этим обязательно что-то надо делать. Пожалуй, пойду огородный обход сделаю. Ну что ж такое, не пройти мимо. Чувачок все ковыркается и ковыркается. Ну неужели столько много он ест? Ну вот, стыдно стало, лицо лапками закрывает. А я плохими мыслями на хорошего кота плохо подумал. Однако хорошая погода даже нервную систему греет. Соответственно, если у кого она есть. Ой, как рот раскрывается, зевать хочется. Лежу и думаю, чем бы мне заняться. А то не норовен час, так и усынуть можно. Всю молодость просплю, даже в старости вспомнить нечего будет. И как мне с этим дальше жить? Ну, чувачок только и может на соседских машинах сидеть. Видно, у машины фара заболела, и он своим весом ее лечит. Все знают, что коты на больные места ложатся. А чувачок, оказывается, лечебный кот. И походка у него, посмотрите, лечебная. Ого, он еще и лавку лечит. Она тоже заболела, оказывается. Когда последний раз я диагностику делал этой лавке, по ней прошелся. Она была совершенно здорова. Не прошло много времени, она заболела.
Ну ничего. Чувачок ее вылечит. Если б вы знали, как я очень сильно люблю сидеть под кустиками в теньке. А, Кусь, а ты что тут делаешь? Не видишь, я природой наслаждаюсь. Тебе не скучно здесь одному? Совсем не скучно. Совсем-совсем не скучно? Совсем-совсем. А тебе еще и жарко. Жаркости не ломит, как говорится. Смотрю, не пойму. То на одном месте лавки лежит кот, то на другую сторону перекладывается. У меня возникают смутные подозрения, что чувачок не лечебный кот, а просто какой-то лежебока. Создает вид, как будто что-то он делает полезное. И ты кто тут живет? Малыш не живет. Я Карлсон. Сам ты Карлсон, я Кузя. Последние деньки теплые перед холодной зимой. Надо провести свое кошачье удовольствие. Обязательно нужно вытянуться в полный рост. И сразу гибкость образовывается очень хорошая. Даже чувачок что-то пытается изобразить. Но пристальным взглядом я с него глаз не свожу. От него что угодно можно ожидать. Он на все способен. Это не кот, а ревнивец какой-то. Он меня к папе с мамой очень сильно ревнует. А из-за этого я ласки недополучаю. Знали бы, как это очень вредно, когда ласку недополучаешь. Кузяка. Чего? Кузяк-пузяка. Вроде взрослый, но почему ты меня так называешь? Какая я пузяка? Но как ни крути, я очень красивый и стройный кот. На зависть всем соседям. Ну что ж такое, чувачок и сюда приперся ко мне. Совсем никакой личной жизни. Срочно нужно покидать свое убежище. Ну вот, куда я, туда и он. Я на крышу автомобиля, и чувачок на крышу автомобиля. Хорошо на рядостоящую машину, а не ко мне на крышу. Ну все полностью повторяет за мной, что я делаю, то и он. Никакой самостоятельности. Эх, а все же он намного старше меня. Кто тут? Кузька, ты тут? Ты что тут делаешь? Не ты я тут, а ты там. Пришел ко мне мешаться. Теперь придется идти новое место искать. Кузяка, тюка-тюка. 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 Мы вас всех тюка-тюка. Очень сильно любим и ждем на наших роликах снова и снова. Спасибо вам за то, что вы есть на белом свете. Добрые люди, кому наш сериал очень нравится, оцените, пожалуйста, его лайком. Те, кто еще не подписался, подпишитесь, впереди ждет очень много интересного. Всем удачи и добра!